На вопрос, есть ли свет в конце тоннеля, электромонтер Антон Бакшутов всегда отвечает утвердительно. Вот уже 5 лет от него зависит бесперебойное электроснабжение домов самарцев. Зона ответственности Антона – территория рядом со стадионом «Самара-Арена». Сегодня он проводит здесь плановое техобслуживание или газового выключателя на 110 кВт силового трансформатора. Была протяжка болтовых соединений, проверили целостность изоляции, опробовали привод, устранили, подтянули, смазали. Следующий ТО выключатель будет через 4 года. Плановый, текущий и капитальные ремонты проходят на подстанциях по всему региону уже с начала весны. В приоритете еще и линии электропередач, обеспечивающие электричеством крупные населенные пункты, больницы, школы и детские сады. Везде устранят дефекты и заменят изношенные детали. К сентябрю работы завершатся, как раз перед новым отопительным сезоном. С этой производственной программой, со всеми планами, мы достойно справимся. И справимся мы не только не для того, чтобы поставить эту галочку, а именно, чтобы надежность нашего оборудования была подтверждена в всех сложных погодных условиях, которые будут нас ожидать зимой 2020-2021 года. Вирус COVID-19 работе не помеха, заявили самарские энергетики. Рабочие обеспечены необходимыми средствами защиты и профилактики заболевания. Поэтому все запланированные работы они выполнят в полном объеме и в строгом соответствии с графиком. В этом году на техническое перевооружение энергооборудования по всему региону, в том числе и в Самаре, направят почти 700 миллионов рублей. Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков. События.